Всем привет! Мы продолжаем выживать 7 Days to Die. В прошлой серии мы припозднились и закончили ее достаточно поздно, так что в этой серии у нас времени чуть меньше. Поэтому я предлагаю сразу приступить к делам. А какие дела у нас сегодня могут быть? Я предлагаю исследовать окрестности. Устроить вылазку на среднюю дистанцию вот сюда, вот где-то в этот район. И так постепенно исследовать окрестности вокруг нашего дома на среднюю дистанцию, пока мы не решим вопрос или с огнестрельным оружием нормальным, или с байком. Вот как-то так. А после уже думать о чем-то серьезном. И я еще хотел немножко по-другому переложить предметы у себя. Значит, поставить бинты в быстрый доступ. Избавиться от топора. Пока еще я его буду с собой брать, но он не будет в быстром доступе. Вот так вот. Потому что, в принципе, топор легко заменяется каменным топором. Да, им чуть-чуть дольше работать, но не настолько прям уж дольше, не настолько все это печально. С металлом работать действительно долго, так что кирку я еще буду с собой носить. А вот от топора потихоньку буду избавляться. Так, и ткань. Мне не нужна ткань, то есть с собой ее таскать смысла нету. Лучше я с собой буду носить антибиотик. Потому что вот в прошлой серии меня там ранили в конце, и мне пришлось достаточно долго мучиться, пока я не дошел до дома и не принял таблеточку, заветную таблеточку. А ткань, в принципе, мы сейчас все починим, и что нам ее с собой таскать? Если уж так прямо нужна будет ткань, она, в общем-то, находится везде. Постоянно ее с собой тягать, в общем, смысла нет. Так, и вот это починим. Ага, все. Все, а ткань выкладываем. Так, и вот это нам не надо. Все, мы готовы. Выдвигаемся. Можно было, конечно, поесть. Ну да ладно. На ходу что-нибудь найдем. О, дупло. Вижу дупло. Здесь что-нибудь интересное может быть. А вот и поели. И поели. Все. У нас все по максимуму. Двигаемся. Да, вот так вот исследую окрестности на среднюю дистанцию. И как только найду что-нибудь по байку или по огнестрельному оружию, тогда уже буду какие-то более серьезные планы вынашивать. Строить какой-то большой дом. И так далее. Или исследовать что-то на длинную дистанцию. Тут есть очень интересный город, большущий, огромный город. Но туда без огнестрела соваться безумие. Даже не просто огнестрела, без дробовика туда соваться безумие. Вот, а с учетом того, что сотворили там в последних вот этих патчах с порохом, что для его производства нужно какое-то дикое количество угля и селитры. Это будет непросто. Не дадут даже поразмышлять даже не дадут, а со всех сторон уже идут, сопят, идут. Что за звери? Да, и вечером сегодня тоже куча дел, то есть надо дома там порядок навести. Я хотел сделать печек побольше. Попробовать покрафтить гильзы, патроны, шахты заняться. Очень много где. Ух ты, домик. Вообще сейчас там понабежит всяких тварей. И тут часа два я потеряю с этим домиком.
Уж как-то можно туда как-то по-быстрому так вот ворваться, посмотреть, если там ничего интересного, то валить отсюда. Давайте сюда, 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 сюда. Отходим от дома. Зачем-то банку. Давай, 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 отходим, отходим, отходим. Молодцы. Что тут интересного? Блин, да тут ничего интересного. Ха-ха. Ой. Ты кто такой? Блин. И прописала мне. В общем, нашли мы рецепт патронов на шотган. Это хорошая очень штука, блин. Чуть на тебя не напоролся. Ползучая тварь. Блин, где бы остановиться-то? Хоть посмотреть этот рецепт. Шотган. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что они сделали? Да там пороха надо немерено на один патрон. Кошмар. Это что делать-то теперь? Вообще непонятно. Вообще непонятно. Блин, да патрон на дробовик это на весь золото. Ну чё, чё это за дела? Смотрите. Ну ладно, гильзы, да это, ладно. И что, сейчас бумага не нужна, получается, да? То есть раньше из бумаги они делались, из книжек бумаги. Блин, офигеть. Все попеределали. Нет, нам не надо. С этими неохота мне, конечно, связываться, на них крепкие такие достаточно. Зверюги. С одной стрелы они не ложатся. Фонарик нашел. Ух ты, я не понял. А это вот этот вот, получается, был не рецепт патронов на шотган, да? А что это было-то? А, вот он, шотган шелл. Я уже испугался. Вот представьте, да? Одна бумажка, порох и вот эта вот штука. Все. Дробь свинцовая. Все, а тут представляете? Это же ужас. Вот что это такое, интересно? Это какие-то, наверное, какие-то особые патроны, наверное. Ну, в общем, надо будет разбираться, что это такое, шотган, слаг. Что это такое? С тобой связываться совершенно. В зимнем биоме, кстати, достаточно много вот этих вот. Какой?
дупел. Дуплов. Или дуплей. А в них может быть что-то интересное. У них и еда бывает, и бывают вот эти фонарики. Вот он. Правда, он такой ушатанный. Все равно. Очень удобно вешать на оружие эти фонарики. Они светят лучше, чем фонарик на каске. Поэтому здорово. Берешь в руки оружие и, в общем-то, все видать. Куда ты там стреляешь? Поднимемся-ка на горку. Ага, ага, слышите? Нам вот сюда. Это военная база. Окружена она минами. Так, тебя я не буду бить, ты уходишь. Окружена минами. Они сейчас будут взрываться на них. Сейчас вот она наступит. И труп. Давайте, давайте, выходим. Дружно. Организованно выходим. Ого-го-го, ничего, выползли. Блин, косить-то не надо. Давайте-ка вот здесь вот вы пройдете по минам. Тут самому не подорваться. Отлично. Давай, давай, давай. Ничего летает. Куда пошли? Иди сюда. На, чтоб сзади не подошли. Я прицел потеряла. Пошел, да? Мы его не будем мешать. Пусть купается. Так, вот здесь аккуратненько, здесь можно подорваться. Только так. Все, никого нету.
Вообще, мины бы собрать. Так, время 15:44, я, в принципе, успеваю. Аккуратненько пройдем. И соберем все. Хорошая штука. Вот их понаставить где-нибудь. Никто не пройдет. Две уже мины. Главное не пропустить. Тут одной мины достаточно, погибаешь на раз. Не знаю, пропустил ли я мины. Ну что, ну вроде старался не пропускать. 40 мин, да, 41 мина. Все, по-моему, да? Пропустил я мины, да? Получается. Ух ты, аптечка. Части для магнума. Хорошая штука. Ух ты. Какие штаны-то я нашел, а? Где-то шебуршится рядом. Как бы не вышел тут на меня. Ух ты, порох. Порох теперь надо брать. Как же я перепугался с этими патронами для шотгана, что на них так много ресурсов надо. Вот. Надо будет разобраться, что это такое. Шотган-слаг. Не надо.
надо. Не надо. Так, пистол грип. Рукоятка. У меня лучше. И пистол парц. А вот это вот хорошая. Хорошая штука. У меня хуже. Ну, кукурузу съедим. Вот это я выкину. В принципе, бронзы много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, тихо-тихо. Шотган баррел. Ствол. Нет, у меня лучше. Все, больше ничего тут нет. Ну и чего там? Надо всех валить. Надо будет. Так, банда не нужна мне такая. Отстань от меня. Так, вот это надо убирать. Почему убирать? Нам вот сюда надо, наверх. Так, 18:15, время еще есть. Вот как сюда забраться? Там сейчас попробуем. Угу, нормально получилось. Вот, ну раз сюда не получается забраться, тогда, в общем, приходится корячиться. Значит, там ставить вудфреймы, на них ставить лестницу, потому что вот это все рушится. И все. Самое интересное тут вот этот ящичек. Надеюсь, тут будет что-то интересное. Тут может быть военный лут. Надеюсь, он тут будет. Да, 10 винтовочных патронов. Ну, по нынешним временам это... По нынешним временам это, конечно, дофига. Да, это тоже неплохо. Потому что один такой патрон это 3 пороха. Ну все, да. 18:37. Успею забрать даже вот это. Не, не успел, блин. Немножко не успел. Все, идем отсюда. Спасибо этому дому. Да шо ж такое. Какая шума сколько, а? Ты что не лутаешься-то? Один патрон, да? Ни туда, ни сюда. Че бы выкинуть-то вот так? Если приспичит. Тут можно съесть, да? Съесть и выкинуть. Так вот сделаем поэтому. Ладно, все. Возвращаемся обратно. Угу, вот так вот. Thank you.
О. Чуть-чуть получше фонарик. Ты что, не пытаешься-то? Что, наглело, что ли? Ну ладно. Знаешь, в биоме хорошо вот деревья добывать, потому что с одного дерева достаточно много получается. Бревен. Валим отсюда. Я просто думаю, надо дерево добывать, потому что, блин, уголь тратить. На какой-то розжиг, наверное, неправильно, потому что это порох. Порох будем из него делать. Хотя, наверное, скорее всего, у нас будет лимитировать селитра, а не уголь. Странно. О, все, 70. Дерево, я думаю, достаточно. Все, надо потихоньку домой валить. Вот здесь, наверное, пройдемся. С левой стороны дороги. Мы здесь не ходили. Солнце, глаза светят. Красота-то какая. И ты тут. В принципе, можно мишку уработать. Да, в принципе, тогда мы еще мишку-то найдем, да?
Где это? Где? А, вон. Что-то уработал там. Зомбяру работал, да? Косить-то не надо. Мало из тебя, Мишка. Эти не выкинешь ничего, да, все. Как-то можно было бы кожу взять. Ладно, валим. Чуют, да? Так вот хотя бы сделаю. Ого, 15 минут осталось, да? До ночи. Надо валить уже побыстрее. Там вы уже, в принципе, пришли. Сейчас мы все выложим. Так, мины. Патрончики. Кстати, можно уже и дробовичок взять с собой. Как раз 8 патронов. Что я с собой возьму? Фонарик есть. Вообще замечательно. Так, это часть для револьвера. Еще часть для револьвера. Pistol Parts. А, вот она. Это на переработку у нас пойдет. Так, так, так. Сейчас понадобится. Так, ткань не нужна. Вот это надо. Так, что мы еще забыли? Ну, так-то можно уже с аптечками вот с такими ходить, да и все. Да, бинты вообще уже даже и не собирать. Да, вот так. Бинтов уже завались. Так, ну, вроде все. Так. Я не все патроны выложил. Так, так, так. Что я хочу сделать? Начнем с этого. Для начала я сделаю печек. Побольше печек. А именно 3. Да? А что не хватает? Блин, зачем я перевел-то? Палки-палки.
мечтался я. Печек. Три штуки. Блин, кожи надо много. Зря не взял. Ладно. Одну печку и тоже неплохо. Отлично. Давно хотел сделать вот такой вот молд для того, чтобы делать цемент. Все это убираем. Это к камням. Не все. И я еще хотел сделать хендлбар. Хендлбарс. Вот он. А, вот для этого и нужна кожа. Не зря хоть сделал. Эта штука для байка применяется, для бура, для бензопилы и так далее. Ну, вышел у меня не так, чтобы прямо очень. Хоть такая. Есть. Изолента не нужна больше. В принципе, мне ее достаточно нормально. Можно больше не париться насчет нее. Что, попробуем сделать гильзы? Давай. Гильз будет дофига. Ладно. Сразу заодно патрончики. И вот это. Вначале слитки. О, как раз вот 24. Раз 24 на 3 делится, 8 слитков получится. Давай. А мы пока сделаем шотган. Нормально так светит. Нормально. О, вместо топора вот я возьму с собой патроны для шотгана. Можно сделать вот такой вот дробь. Раз такая беда с порохом, мне сейчас выгодно делать именно патроны для шотгана, по идее. Ну да. Попробуем сделать.
Что же вы такое, свак? Надо будет почитать про это дело. Я пока не знаю, что это такое. Ну что, поздравляю, у нас первый огнестрел. Кстати, его надо починить. Даже 32 патрона. Так, ну и починим. О, блин, все 6 ушли. Починилось-то хоть? Да, починилось. Нормалек. Вообще тут нафиг не нужны. Да, кстати, надо сразу болтов понаделать. Они тоже долго очень делаются. Еще время не терять. Ничего. Да, процесс идет. Что-то я не понял, а это что такое? Как это так забыл-то? Про тебя давай, все делай. Посмотрим, что у нас тут с огородом нашим. Чуть ничего не растет, да? Ничего не выросло. Ладно. Делу время, потехи час. Нам надо шахтой заняться. Займусь-ка я шахтой. Поставил. А, вот так. О, пройду я тут. Во, все правильно теперь. Ну чё, заработал.
стране нужны ресурсы. Что-то как-то без музыки-то грустно. Давайте-ка врубим.
Так, ну все, кажется, хорош. Пещерка у нас теперь стала такой аккуратной достаточно. Вот он вход. Вот. Только тут немного угол я расчехвостил. Конечно, удивительно, но теперь уголь прямо сразу вот в таком вот виде. И селитра тоже в таком виде. Не надо ее из руды, так сказать, выковыривать. Вот. Но железо и свинец по-прежнему в виде руды. Вот. Еще все кофе я извел, да, это дело. Факел еще один воткнуть. Куда-нибудь. Вот сюда куда-нибудь, да? Нет? Куда? Сюда вот. Вот так вот, да? И вообще, я сейчас факелы вот тут вот поставлю. Сейчас, чтобы брать можно было отсюда. В общем, вот так вот. Дальше продолжим здесь. Вверх в первую очередь будем копать, да, а потом уже вниз. То есть тут такая ямища у нас будет в конечном итоге гигантская. Вот, валим отсюда. Кто там шелестит? Кто там, блин? Шуршит, блин, шелестит. Так я не понял, как тут забраться-то. Что за глюк? Начинается. Начинается. Что за дела? Что тебе надо, а? Не вылезешь теперь. Да что ж такое, а? Это что, это нововведение, что ли, какое-то в 12.5? Ой, бедствие-то, ёлки-палки, а. Че, мне откапываться теперь мне тут надо, да? Да ёлки-палки. Не, что? И чё, и как отсюда вылезать теперь, а? Да. Вот так вот, да? Интересно. Ну ладно. Меня, похоже, они не трогали, да? То есть я не вижу, чтобы тут что-то они тут раздербанили. Ладно, выкладываем все ресурсы. Камней немерено, надо уже что-то с цементом делать. То есть, я так понимаю, вот такого угля больше не будет у нас, да? Все. Это последний, так сказать. Блин, а вот это мне, конечно, интересно, а как он горит? Ну да, то есть получается, они время горения вот этого угля они здорово очень увеличили, так что в принципе ничего мы не теряем. То есть можно сразу вот этот уголь преобразовывать вот в такой, хуже не будет от этого. Да, гильз у нас тут как грязь, еще бы столько пороха найти.
Да, вот как-то так. Все, да? Вот здесь свинец у нас будет. Ну все, а вот это вот мы переделаем на дробь. Ну все, никак я не могу вовремя закончить. Но, в принципе, неплохо у нас получилось в этот раз. Намеченных планов мы достигли. Полутали мы военную базу. Нашли там части для револьвера. Самое главное наше, так сказать, достижение в этой серии, это мы смогли найти рецепт патронов для шотгана. Вот, то есть теперь мы патроны для шотгана можем делать. В общем-то, уже наделали их, шотган с собой взяли, так что попробуем его, как он работает в следующей серии обязательно. Немножко привели в порядок шахту, вот, начали заниматься домом. В общем, как-то жизнь идет. Вот. Так что, я думаю, мы вот так вот в средней дистанции вокруг дома полутаем, облутаем. И, я думаю, уже или с огнестрелом решим вопрос, или с байком решим вопрос. Если найдем байк, значит, будем куда-то на длинной дистанции, так сказать, наяривать. Если решим вопрос с огнестрелом, значит, будем думать насчет строительства большого серьезного дома. Вот. Почему сейчас большой серьезный дом не начать делать? Да, блин, придет орда, вынесет там все. То есть нам все-таки с огнестрелом надо решить вопрос. Вот такие дела. Все-таки меня обрадовало то, что патроны для шотгана всего лишь один порох требуют. Так что сейчас, наверное, это самое выгодное вложение пороха, какое есть. Потому что порох такой ресурс стратегический, а патрон для шотгана, он убойностью обладает гораздо больше, чем все другие патроны в пересчете на порох. Так что, наверное, их и будем делать. Что-то действительно, по-моему, патроны для пистолета невыгодны абсолютно. Вообще абсолютно невыгодно. У патронов для шотгана большой расход свинца, но со свинцом, вот видели, проблем никаких нету. Он замечательно добывается. В общем, вот такие дела. Наша серия подошла к концу. Всем пока, всем удачи и до встречи.